Меня зовут Алина Вика, мне 5 лет, я приехала из Санкт-Петербурга. Я крутой математик, я умею считать однозначные, двузначные, трехзначные числа в уме. Мама меня повела в школу ментальной арифметики. Мы там считаем многозначные на счетах, на ментальной карте, еще решаем на компьютере, тетради. Я помогаю моим старшим сестренкам решать уроки. Еще маме и папе в магазине, сколько нужно заплатить. Мои друзья во дворе не умеют так считать. Мама говорит, что надо не только развивать мозг, но и тело. Я еще хожу на ушу, мы там бегаем, прыгаем, делаем всякие упражнения для тел. Я очень люблю гулять с моей семьей в Петропавловской крепости. Там красивый вид на Неву, на город и на Эрмитаж. Но я в Эрмитаже еще ни раз не была. Я считаю себя удивительным человеком, потому что я умею то, что не умеют делать другие дети. В нашей студии самый юный физико-лирик страны Виктория Алиева. Привет. Привет. Хорошо тут? Приятные люди, они все аплодируют. Они рады встрече с тобой. Скажи, пожалуйста, Вик, а ты в школе учишься? Нет. Как не учишься? Я думал, ты в 10 классе. Я еще в детском саде. Да ладно. Сколько тебе лет? 5. 5? 5 лет. Да ладно. Скажи, пожалуйста, а вот в столь юном возрасте, кто научил тебя вот этой странной практике читать стихи и одновременно считать? Мама. Мама? Да. Как маму зовут? А где она в зале? Помашите нам руку. Вот мама. И настало время испытать способности Виктории. Чтобы тебе было удобней, отправляйся на красное кресло. Пока Вика вращается в кресле, давайте проверим, правда ли, что она может очень быстро считать. Сейчас на экране будут появляться однозначные числа. А Вика, сложив их сразу же, назовет их сумму. Таких примеров будет 4. Скорость и количество чисел будет меняться. Вика, готова? Да. Мы начинаем. 32. И сумма 32, считает Вика. 32, действительно. Как ты это делаешь? Никто не успел вообще увидеть, какие цифры были. Следующий пример. Да. Готово? Хорошо. 44. Ты уверена? Да. 44? Проверяем. 44. 5 лет. 5 лет. Мама научила. 5 лет. А, продолжим. 169. Это же были неоднозначные числа. Не страшно? Проверяем. Это правильный результат. И следующее испытание. 250. 250. Двести пятьдесят. Проверяем. Это правильный ответ. Я потрясен.
Это правда. Это правда, она молодец. Но сейчас будет еще более сложное испытание для Вики. Цифры продолжают появляться на экране, но одновременно со счетом в уме Вика будет декламировать стихотворение и попробует успеть дать нам правильный ответ между строк стихотворения. Ты готова к испытанию? Отлично. Огни оборто, дело было в январе. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда 55... Проверим. 55. Это было что-то невероятное, но мы продолжаем. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? 58. Проверим. Это действительно 58. И мы продолжаем. Прошу. Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят. 46. 46. Правильный ли это результат? И это правильный результат. А закончилось что-то стихотворение-то? Нет. Нет? Читай. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было 64. 64, полагает Вика, дело было... Это опять правильный ответ. Что-то невероятное, потому что все задания Вика выполнила без единой ошибки. Эти все аплодисменты тебе. Ты где? Это правда было потрясающе. Просто удивительно. Просто удивительно. Пойдем поговорим с нашими звездными гостями. Наталья. И давно ты так умеешь? Да. Вик, а можно мы еще один маленький эксперимент проведем? Просто у нас есть тут одна телеведущая знаменитая, она во всем сомневается. Это Оля Шелест. Ты бы не согласилась сейчас складывать двузначные числа, которые будет Ольга называть? Ну, например, два двузначных числа быстро, а ты будешь... Или там три, скажем, двузначных числа. Попробуем так? На слух? Да. Давай. 89 плюс 32. 121. А как проверить? Потрясающе, правда. Правда потрясающе. Жень. Вот как ни в чем не бывало, стихотворение, хоп, цифра. Потрясающе, ты молодец. Василий, а вот что это за умение делать два дела параллельно? На самом деле, это очень сложная задача. Но все равно эта задача обычно специально используется, чтобы протестировать такие навыки контроля своей рабочей памяти, возможности переключения между разными задачами. Здесь, конечно, это экстраординарно и здорово. Вика, мы абсолютно уверены, что у тебя огромное, чудесное будущее. Ты удивительный человек. Да. Конечно, конечно. Виктория, она удивительный человек. Ну, а мы продолжаем удивляться. В эфире канала «Россия. Проект. Удивительные люди».